Это мудро уже для всех людей, у которых есть доход, но которые хотели бы, чтобы этого дохода у вас было больше. Смотрите, как выглядит это мудро. Мы складываем пальчики в мудру куберы. Мудра куберы – это большой указательный и средний. Большой указательный и средний. Вот таким вот образом складываем, да? А остальные пальчики мы просто вот таким образом соединяем. То есть вот таким образом соединяем ладошки. То есть безымянный мизинчик у нас вместе. И вместе вот у нас вот это вот мудра. И теперь мы с вами будем медитировать 2 минуты. Под мантру Ганеша. Визуализируйте себе, пожалуйста, что вот в этой прекрасной чаше, которую вы сложили, еще раз показываю, да, живет то самое солнышко, которое мы с вами привлекали. Что в этой мудре живет ваша сила, живет ваша удача. Живет начало вашей новой жизни, которую вы привлекаете к себе, которую вы пестуете, выращиваете, как росточек. Я хочу, чтобы у вас на руках, на устах была улыбка, улыбка Будды. Чтобы глаза у вас сияли. Дыхание свободное, ровное, спинка прямая, вот можете откинуться на кресле. Дышим. И визуализируем, что денежный поток, денежная энергия, которую мы с вами прокачали путем древних посвященческих техник с помощью солнца и кристалла, переходят в наши ладошки. И пусть сегодняшний день будет для многих, для всех вас началом вашей новой жизни. Те, кто мне пишет, что у вас сегодня день рождения, я очень рада, я вас поздравляю. Но сегодня день рождения у многих людей, потому что я, Наталья Правдина, очень искренне верю в то, что эти знания – это ваш новый день рождения. Самое главное, чтобы вы отнеслись к этому серьезно. Самое главное, чтобы вы понимали, что это не просто слова, что каждое слово, за каждым словом стоит мой опыт, за каждым словом стоят знания, за каждым словом стоит моя любовь к вам, потому что... Меня часто спрашивают: Наталья, в чем секрет вашей привлекательности, вашего обаяния? Ну, я говорю без лишней скромности, я говорю, что мой секрет в любви. Я люблю себя, я люблю жизнь, я люблю людей, я люблю природу, и я люблю деньги, я все люблю. Я кайфую от жизни, я желаю вам такого же состояния. Радоваться жизни, любить себя, что бы ни было, что бы ни происходило, за все благодарить. И вы тогда увидите, что Фортуна, моя любимая богиня, будет покровительствовать вас всегда. И в ваших ладошках всегда будут деньги. Давайте мы закончим медитацию с этой мудрой таким же образом, да, вот эту собранную энергию распределим по своему личику, распределим по себе.